Возле торгового центра на юге Дамаска произошел взрыв. По предварительной информации, бомбу заложили в припаркованном неподалеку автомобиле. Сообщается о 5 пострадавших, информации об убитых нет. Повреждения получили 4 автомобиля, что находились неподалеку. В жилых домах в районе взрыва ударной волной выбило стекла. Район ЧП оцепили. Наш корреспондент на месте событий отмечает, что в квартале от места взрыва находится здание МВД Сирии.